То посмотрите, если появились представители гражданской прокуратуры, видите, какого подхода активисты и гражданы взяли камни, которые вы сейчас можете видеть. Одна из вещей была, что эти камни так относятся к патриотическим субъектам. Активисты и люди, представители прокуратуры, патриотическая техника, чтобы они получили убедились, что эти камни не больше, как там, к патриотическим субъектам, что их не прокурор. Скажите, пожалуйста, зачем нужны эти камни и откуда они взялись? Если здесь раньше не было. Если вы их оттуда принесли сюда сейчас, то сейчас это